В зале детской школы искусств города Видное собрались председатели, секретари и члены избирательных комиссий города на традиционный предвыборный обучающий семинар. Этот семинар, обучающий для членов, включает в себя полную информацию о дне голосования, о дне предшествующему голосованию, как себя должны вести члены участковой избирательной комиссии, разъяснение действующего законодательства и непосредственно обучение всем нашим избирательным премудростям. На мероприятии обсуждались организационные вопросы, а также детали, на которые стоит обратить внимание во время поквартирного обхода, первая волна которого начнется в ближайшие дни. На семинаре присутствовали как опытные члены комиссии, так и те, кто только знакомится с этим направлением работы. Можно сказать, визуально участвую в выборах, работая на выборах наблюдателем. Да, я видела работу председателя комиссии, секретаря комиссии, но досконально в эту работу я не была посвящена, поэтому, конечно, эти знания очень будут полезны. Избирательная система не стоит на месте. С каждой новой кампанией она совершенствуется, появляются нововведения. Впервые на выборах губернатора жители Подмосковья смогут проголосовать по месту фактического нахождения. То есть человек заранее может написать в удобное, выбрать удобное место, где он будет находиться, написать заявление, что прошу меня включить в список туда-то, туда-то, потому что я буду находиться там-то, там-то. Чем это удобно? Сейчас вот сентябрь, еще многие на дачах, кто-то куда-то уезжает, какие-то мероприятия, гости, друзья. То есть это как бы не обязывает находиться по месту твоей регистрации. Заявление необходимо написать до 5 сентября в Центре госуслуг «Мои документы» или онлайн через портал госуслуг. Стоит отметить, что какие-либо проблемы организационного характера, возникающие в работе территориальной избирательной комиссии, находят быстрое решение благодаря поддержке главы района Валерия Венцеля. В настоящее время проходит формирование резерва участковых избирательных комиссий. До 9 августа мы принимаем предложения. Если есть среди ваших знакомых, родных, близких, желающие участвовать в выборном процессе, желающие быть в резерве и, возможно, в дальнейшем связать свою работу с нами в том числе. Данный семинар проходил в формате «Вопрос-ответ». До 16 августа подобные мероприятия пройдут во всех поселениях муниципалитета. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.